Здравствуйте. Сегодня давайте рассмотрим тему, почему на панели задач пропал значок языковой панели. Вот такой значок здесь должен быть. Просто он исчез по какой-то причине или исчезает. Давайте мы рассмотрим несколько вариантов. Нажимаем на кнопку «Пуск», панель управления, язык и региональные стандарты, языки и клавиатуры, изменить клавиатуру, языковая панель. И здесь должна стоять закреплена панель задач. Если нет, то здесь мы должны поставить галочку такую. Применить и окей. Но если у кого это есть, и все равно значок языковой панели не появился, тогда проделаем следующее. Это я все сейчас закрываю. Нажимаем Win плюс R, или просто выполнить через спуск можно, кто как хочет. И здесь должно быть прописано вот такое. SFMONXE. Вот такое мы прописываем. Нажимаем ОК. И после этого должен значок появиться. Если опять значок здесь не появился, заходим опять в панель управления, язык и региональные стандарты, языки и клавиатура, изменить клавиатуру. И здесь мы меняем не русский язык или свой какой-то там национальный, а непосредственно пишем английский. Английский, применить, окей. После этого 100% гарантия, что значок у вас появится на панели задач. Надеюсь, что это видео многим поможет, кто не знает, как справиться с такой проблемой исчезновения языковой панели. Кто желает получать известия о добавленных мною новых интересных видео, то подписываемся на мой канал. До свидания.